95% катона. Следующее. Сумка спортивная, четырехсекционная, с перегибной ручкой. Вот что получено в действительности. Сумка спортивная, однако одна единственная секция. Дальше идет мяч футбольный, то есть кожзам. Здесь однозначно выставлено, покажите, что... Покажите, всем покажите, мячик. Ну, мяч я вот показываю. В действительности получен не мяч футбольный, а получен мяч волейбольный. То есть мы все знаем, что такое волейбольный, что такое футбольный мяч. Следующая медаль спортивная, металлическая. Какая она должна быть по технической спецификации? Это спортивная металлическая медаль, диаметр не менее 50 мм, эмблема, лента цвета бирюза с золотым орнаментом. Вот опять же, на рассмотрение, сейчас я вот как бы членам комиссии покажу, то есть вот эта медаль металлическая имеется, все это, ну то есть на ленте бирюзовой отсутствует этот орнамент. Пожалуйста, присутствуйте.